приходом зимы Юстиковая горка становится популярным местом развлечений среди солигорчан. Захватывающие спуски на лыжах, санках и досках, что может быть интереснее? Особую популярность среди любителей активного зимнего отдыха продолжает завоевывать катание на тюбингах, надувных санках. Но ватрушки, как их называют в народе, славятся не только своей скоростью, известны они и сложностью управления. Потому несоблюдение правил безопасности при катании нередко приводит к несчастным случаям. Так, в Беларуси за прошедшие выходные при катании с горок пострадали 6 человек. 5 детей получили травмы различной степени тяжести, среди которых переломы и разрывы внутренних органов. Трагедия случилась с 24-летним мужчиной из Могилева. Катаясь с горки в парке, он ударился головой о фонарный столб и погиб. Все случаи связаны с катанием на тюбингах. С каждым годом желающих провести зимний отдых активно становится все больше, но спасатели напоминают, чтобы зима оставила после себя только хорошие воспоминания, не стоит пренебрегать жизненно важными правилами безопасности. В первую очередь стоит сказать, что катание на тюбингах на сегодняшний день является одним из самых травмоопасных видов отдыха зимой. Они являются практически неконтролируемыми, они не имеют каких-то тормозных устройств. Для того, чтобы катание на тюбинге было безопасным, необходимо помнить некоторые правила. Самое первое – это кататься на специально подготовленных трассах с снежным покровом. Затем необходимо, прежде чем начать кататься, осмотреть территорию на наличие ямок, бугров, кустов, столбов. Горка должна быть под уклоном не более 20 градусов, именно для катания на тюбинге, так как он развивает очень большую скорость и можно не затормозить вовремя. Ни в коем случае он не должен кататься в состоянии алкогольного опьянения, вставать на ноги, то есть только сидя, скатываться со склона.